А теперь о премьерах. В новом сезоне телеканала ТНТ адаптация ситком про шпионов от создателей «Сладкой жизни». Самую холодную премьеру этой зимы на ТНТ ожидает горячий прием зрителей. В этом уверена моя коллега Оксана Рожкова. Она побывала на пресс-показе адаптации. Русские разработали новую технологию дешевой добычи газа. Если она заработает, нашей сланцевой революции конец. Еще ни один ситком ТНТ не был таким актуальным. Национальное достояние под угрозой. В Россию едет американский агент ЦРУ. 16 серий первого сезона покажут, смог ли Эштон Айви, он же Олег Меньшов, устроиться в «Газпром». Возьмите меня, хоть уборщицы. У вас на уборщицу кол. Стать русским. Из Краснодара. В рот его. Понять, зачем мы засовываем стакан в подстаканник. У меня у брата целая коллекция подстаканников на стене. Он русский, но играет американца – Леонид Бичевин, запомнившийся драматическими ролями в «Грузе 200» и «Морфии». Обещает не разочаровать поклонников своего таланта. Немец всегда останется немцем, француз – французом. Где бы он ни был, да, в какой бы стране он ни жил, не пытался там приспособиться, там, ассимилировать. А русский, вот, он во всем идет до конца. Это снова будет кино с великолепным актерским ансамблем. Меня долго выбивали Базанова. Крепким сценарием, хорошей режиссурой и настоящим юмором. Наверное, так нельзя говорить о проекте, в котором сам участвуешь, но мы были в восторге. Мой муж смеялся, как, я не знаю, как младенец, который щекочет. Евгения Брик по скайпу из Лос-Анджелеса. Ее героиня в этой шпионской истории Марина Потеряева. Парикмахер салона «Силуэт», из-за которой операция американской разведки окажется на грани срыва. Олег Меньшов, конечно же, влюбится в русскую Дженнифер Лопес. Но будут ли они вместе? Узнаем, когда посмотрим. Адаптация на ТНТ начинается 6 февраля.